Такс, получается, что? Долго, конечно. Вы не дамажьте вы так сильно. Подождите немножко. Сейчас еще пачка мелких и уходим. Лили, ты тут? Так, Синдрут, он квал у нас вон. Да. Все, в черепок уходим. Тут в центре два танка остаются, на них на пол дадите. Пока никто не бьет. Надо, чтобы танки агро набрали хорошенько. И в центр сводите. Центр, центр. На пол. У нас агро. Потихоньку начинаем раздамаживать. Все, возвращаемся в центр. Ну где там они, ебаные? Короче, последний видос. А, Седжи нету, блин. Последний видос и стало делать битрейт 15 тысяч. Ну, получше картинка стала. Без лага. И видос весит гигов по 6, по 7. Я думаю. Ну, это понятно, когда хорошее качество. Много будет вешать. А это продолжительность какая? 6 гигов. Час. Час, 6 гигов. Жесть. Я тебя потом научу, Масхорн, как вот эти круги не нарезать бесполезные.
Ух, лаги какие, да? Ну и к стенке иди, к ступенькам, в жопу упирайся в стенку, чтобы не откидываться постоянно. Шамана на арене, уберите тотемы. Захиливаемся. Бывает. Так, мы с Хон. Значит, смотри, вот звездочка стоит. Ты босса ловишь перед звездочкой. Понял, да? То есть твое тело твоего персонажа перед звездочкой находится. Глыба да, будет. Примерно. Вот. И каждый раз так, чтобы немножко расстояние между глыбой и боссом было, чтобы мельким где-то оббегать и дамажить. Так, где там? Кстати, на вас в пати обратно закинуть шамана хила сюда. Так, пса сюда. Так, заебись. В принципе, еще можно. А, похуй. Так, шалфир на тебе. Ой, а где у меня? Сейчас я возьму с банка. Поставьте тут АГБ, блядь, забагалась эта хуета. Так, шалфир, вот тебе. Кидайте на сопроты шалфиру и войду. Вот на шалфира поставил кружок. Вот на воде звездочка. Например, первая, вторая патия войду.
Четвертая, пятая это. Там шкафир. То как успел. Еще по два нахватают. Если у кого-то дорогая фласка, если у вас сейфобилки есть какие-то, можете не брать. Но хилы обязательно возьмите танки. Чтобы это поменьше вам дамага было. А стоит одевать 213 шмот этот с этим, с сопротом? Да. У тебя сколько шмоток? Ну вот, посмотри. Их 5 штук, по-моему. Ну все 5 не надо. Сейчас посмотри, главное, чтобы это на метку сильно не повлияло. Так, что это ты одел? Вот, Т4 у тебя из-за этого нету. Одевай грудак обратно. А, точно, да. Все вижу. Ну, кольца, хуй с ним, в принципе. Главное, грудак Т4 одень. Так, вот чтобы у тебя Т4 баф был, это обязательно. Ну и так сойдет. И кольцо у тебя тоже поди с меткостью было, да? Ну да. А нет. Ну то же самое, значит, с пула такая же ротация. Смотри, там и ханты на пулю у тебя обязательно. Грибы оставил, нет? Нет, уже. Нет. Вот рыба. Напоминаю, притяжка, надо отбежать. Любыми способами. Глыбы 5 штук ставите внизу. Их надо 20% бить. 4 бомбы падает. На 4 бомбе уже после нее разбивать. Через 2 секунды надо глыбы. Так что имейте в виду. Глыбы надо бить равномерно. Не одну слить, а потом стоять смотреть. Блядь. Ностальгии нету. Ну и на последней фазе. Самое главное, не забывайте. Стоите в кружке. Все глыбы в звезду, когда в сторону я скажу. Лишние глыбы будете морозить, я буду прям, блядь, стоять хуярить по сотке вам. Лишние глыбы, это означает вот челик, кто с глыбой, синяя метка на глыбе, пошли запускать, иди. Это значит, к нему нельзя подходить ближе 12 метров, то есть надо стоять подальше от него. Вот примерно как от звезды кружок должен стоять, примерно так, чтобы наверняка не заморозиться. Не в самой звезде, а перед ней. Лови. В следующий раз. На следующий, когда сядет. Поближе к боссу стоим, чтобы успеть отбежать. Скоро притяжка будет, готовимся. Отбегаем. Веста захильте. 5 глыб смотрим. Вниз спускаемся. Прячемся. Слева близко падает. Так, и четвертая, последняя. Слева очень целые были. Ностальгия рез и горло. Хуёво словил. Не понимаешь, да, как ловить? На четвертую, на четвертую бомбу в обычке она не шотает. Ты выходишь и заранее там стоишь. Перед звездой. Не в звезде, а перед звездой. Как будто бы там есть и следующая метка на подряд стояла. Сейчас так и было, перед звездой прям стоял. На, значит таунт нажимай на босса, если кто-то его, ну, агро забрал. Ну это какая-то хуйня, он мимо тебя получается пробежал. После дыхания притяжка будет, пару секунд готовимся. Отбегаем. Рили, есть СС?
по вандикону потом закинешь. Метки смотрим, синий над головой. Спускаемся. Рейндж между собой и от них тоже рейндж, кто без меток. Вот, понятно. Слева близко. Рили, ты если что сдох. Герри, ты бы сдох. И мы бы уже падали. Челфир то же самое. Разве что тучка. Четвертая глыба. Глыбы быстрее добиваем. Все глыбы. Быстрее. Скоро притяжка будет, готовимся. Наступает фаза. Все равно не так стоил босса, как я хотел. Метка в звезду. Остальные в кружок отходим. Первую звезду и сразу разбить. Ушли оттуда милики. Лишняя приморозка, сразу сотка. Это сдох. Разбиваем эту метку. Звезду мордаунт. В рейде стоишь, мордаунт. Опа! В рейде метка. С долгим. Иди. Я подставил. Звезду ставь. Фул зубы это... деф какой-нибудь. Деф, там, деф уже... по нему, да. Да все, много. Ложимся. Просто три чела упала от глыбы. На Песа, наверное, высвобожденка была. А, не все с саппортом были? Ответный удар, да? Че, посмотрю. Да, ответный удар. Ну вот, понятно, тогда почему умер. А там потом уже просто тупо из-за стаков умирали. Песа, ты тут? Че за фигня? Я до этого 15 стаков скинул. Ну ты склеп-то прибавляй. Хуючки. Ты склеп-то прибавляй. Бля, микрофон не работал, да похуй. Ну так похуй, ну мы-то легли все, ну я понимаю, что похуй. Да мне тоже как бы похуй, но, блядь, нас-то тут не двое, блядь, сидит. Смотри, сколько людей. Вы имейте в виду, сыграйте, сука, нормально, блядь. Вы тут были, не, ну, не раз. Не стакайте, сука, когда склеп появляется. Склеп 15 тысяч по дефолту, без стаков наносит 15 тысяч. Со стаками каждый стак на 20% дамаг увеличивает. 5 стаков это уже 30-ка. У тебя 18 тысяч, или сколько, или 10, или 18 тысяч, там, ответный удар по тебе прилетел. Ты не должен стакать перед склепом. Все стопают. Босс перевелся, через 5 секунд глыба летит, все в это время скидывают стаки. Что милики, что РДД. Если вы не будете скидывать, будет вот такая залупа. Лишняя глыба, ностальгия. Почему? Нахуя нам твою глыбу бить, блядь, лишнюю? Или что, блядь? Вы подумайте, мы пришли нахуя сюда? Глыбы бить нахуй или что, блядь? Но задача босса убить. Одна глыба на человека кидается. А вокруг него не надо стоять, блядь. Присты. Эвест, в частности. Ты стаки смотришь на себе, этот, освобожденная магия, когда висит. И ответный удар ты видишь на себе, когда лежит, висит. Сейчас все будете ловить, нахуй. Это, не дай бог, сейчас этот трай не убьем, будем по 200 хуярить.
Нехуй бить, вы, блядь, не хотите нормально сыграть с первого раза, блядь. 4 инста должны за день закрываться, нахуй. ГМХМ 40 минут, ТТГ 25, блядь, РСК 30, ЦЛК 1,5. Вот тебе 4 инста. А не вот эта залупа, нахуй, что мы сидим здесь 3 часа, нахуй. Оно, конечно, зависит от того, что ДПС у нас не так много. Но, по крайней мере, сейчас уже можно так проходить. Не, ну, бля, ну сколько на 40? 370 было? Ну, это 2 хила в ДД были. Там 1027 или? Вместе. То есть 340 у нас где-то. Ну принимайте готовность, блядь, давайте пулять уже. Ностальгия тут? А, ну я не видел, что 3 было. Ностальгии нету. Ай, бля, это пиздец. Все кроме ностальгии тут. Ностальгия, ты где? Все готовы, пошли. Масхон, братан, вот сюда встань. Вот сюда. Вот. Чтобы метка у тебя в заднице была. Вот в меня встань. Вот поровнее, вот. Таун с ЛПшкой спам. И вот здесь постоянно ловишь. Не проводи ее на нас. То есть не пять, просто идешь в блок сразу. Все нормально. Вот так и лови сюда. Два БР на КД, только у Вадикона есть БР. Поближе стоим, скоро притяжка будет. Беги, малышка, беги! Метки, вниз спускаемся. Смотрите сами в метке. Вы бы хотя бы, блять, обновление кидали, присты, два приста, блядь, два бомжа. Вот на мне метка кинулась, на мне как пол хп было, так и осталось. Вот. Рейсфейс и вес девакин. Вы сдохли. Сейчас это уже вайб Герри. Можете про Геру забыть. Слишком далеко впереди словил я, блядь. Ну, что у тебя? То перелет, то недолет, Масхон. Ну, почему у тебя так? После дыхания притяжка, мы готовимся. Рейсфейс, ты стаки видишь на себе, братан? Нормально? Под контролем все? Мне главное, чтобы ты понимал. Резай этого бича, Вадикон, Мордаунта. Самая ностальгия сдох. Потом резни. Метки вниз смотрим. Метки вниз. Слева падает, чуть впереди. Справа. Слева. Это третья и последняя, четвертая. Вот выходишь. Ой-ой-ой. Угу. Вот теперь заебись. Метки помогите. Свято задохнулся, да?
Так. Ностальгия. Свято сореснич, вставай. Свято сореси. Притяжка скоро будет, пару секунд, готовимся. После притяжки свято сореснишь. Ностальгия. Приём. Он справа. Правая глыба самая, он там лежит. Блять, мордаун, что за хуйня нахуй? Братан, блять. Я не знаю, я будто не добежал, что ли. Я зато знаю, нахуй. Сотка, вот я еще знаю, блять. Теперь мы в 4 хила, блять, из-за того, что ты не знаешь. Бэров нету. На последней фазе, всем сейчас объясняю, не стакайте ни обморожения, ни эту хуйню. Вообще ноль. У нас потому что 4 хила всего живых. 4 хила танка нельзя проебать. В каком случае. Султан, как у тебя с глазами? Каким образом, блять? Прячемся получше. Крайнюю метку РДД подбейте. Бля, отошел же. А, понял, глыбу разбили раньше. Ну пробуем так. Первую метку в звезду и сразу разбить. Все ушли, кроме метки. Нам сейчас вторую туда ставить, ты там в глыбе стоишь. Следующая звезду, и будет притяжка, не бьем. Звезду, ушли оттуда все. Ностальгия, тоже уйди. Ты заморозиться опять хочешь? Стоим. До половины подбиваем. Если будет метка, вперед отнесем. Вперед относи, прям к этой глыбе. К этой глыбе, к звезде неси. На схону уйди. Сейчас притяжка. Все, разбиваем все две глыбы. И вторую быстренько разбиваем. Следующую звезду и сразу разбить. Звезду, звезду неси. Уходите оттуда. Сместитесь за него, чтобы стаки скидываться. Разбиваем. Следующую звезду и сразу разбить. Звезду. Брунгексин. Разбивайте. Так, что там до притяжки? Сразу, забрал. Сразу разбиваете меня. Матхон забрал. Так, сейчас звезду ставьте глыбу, будет притяжка. Зубы по нему что-то дайте, сейвы какие-то. Угу. А чё, хилов нет вообще, да? Притяжка будет сейчас. Ну, 4 хила только. Беги, малышка, беги. После притяжки разбивайте, глыбу разбивайте. Следующую звезду. Сразу разбивайте. Да не, ложитесь, не надо. Не, ложитесь, поворачивай на рейд, падайте. Ну, мордаунт это ты, молодец, красавчик. И какая-то хуйня напутанная с хилами, что-то, блядь, там, я не знаю. Или из-за того, что одного мордаунта нету, такая залупа. Не смущает то, что люди там по 7, по 9, по, блядь, 10 стаков нахуй ловят? И нихуя не скипают, блядь, за глыбами. Ну, там ностальгия стоит, просто бьет все время в тупую. Ну, я говорю, блядь, там был разговор за хилов, блядь, но люди не смотрят нихуя, то, что у них там по 10 стаков, их потом просто нахуй шотает. О, Бром, привет. Здорово, здорово.
Слушай, ну я не знаю, вот символ слова силы щит 53. Ну я не знаю, дает, не дает. Ну 53 щита. Нет, я смотрю именно на глыбы. Щит, то, что он делает в остальное время, типа, неважно. Я говорю, вот на глыбах не было щита. Не надо. Конечно, они все должны прошелдованы быть, но это цирк. Да, то есть, ну, я. То есть, и когда на 5, то есть глыб, 5 глыб, там не было щитов. И на метках на второй фазе на тебе, например, точно не было щита. Типа, это я точно 100% видел, на других тоже не было щита. Люди. БЦ щиты людей, которые в глыбах. На них в хилботе вешается метка. В вуду, типа, тоже. Поэтому у вас люди задыхаются, потому что на них щитов, блядь, нет. Кто там, Святос, ты все оф, что ли? Что-то не могу вкурить. Где он делся? Писал что-то, Святос? Так. Это быть, снимал. А с Масхоном что? Да, сейчас захожу. Что-то мне какой-то лог пишет, а я не знаю, кто это. Что хочет? Что-то про АФК. Я не знаю, может, это мистер Ник сменил. Это мистер Ник поменял. А-а-а. Про АФК говорит. Ну, АФКшин. Есть АФК, ну типа на второй проверке уже к нему подходят. Биг Дэм, если что, побить может. Это я, мистер. Не, ну типа, блин, херяк, идешь. Тут боссу подошли, оп, АФК. То есть стоишь минуту там полтору, ждешь просто человека. Нахер оно надо. Блин, ну на трэше, ладно уже, там махни там какому-нибудь человеку. Типа, я зато привязался, все там минута, две быстро покурил. Вот. Все. Этот хила, давай в шестого хила нахуй. На подстраховочку. Давай. Это проблема не в хиле. Да, блядь, мы не прохилим, ты пойми, когда по 10 стаков на людях. Их шотает нахуй. По 10 это понятно. Ну так, ну, вот. Так они не скипают за глыбами, нихуя, блядь. Там хоть ты 8 хилов сюда, блядь, пихни, нихуя это не поможет. Не парься, сейчас не из-за этого упали. Глыбы... Так там люди, да нет, люди падали, бля, да, один подожди, за один, я прям подожди. Смотрел, там по 8, по 9, по 10 стаков на люди. У нас был недохил из-за того, что было 4 хила, и на 2 хилах из этих 4 была высвобожденка, они стояли, почти не хилили. Да не было недохила, я смотрел, как люди умирают. Успокойтесь. Я именно стоял, у меня была высвобожденка, ответный удар 2 стака, я стоял, ждал, пока меня подхилят. Там их четверо было, там просто они перегрузились нахуй и не смогли, блядь, не получилось нихуя. Там такой урон, блядь, не отхилить. Блин, я не знаю, что творится, я только захожу в игру, у меня все виснет сразу. А, подожди, это только 30 секунд или минутку. Если работнулся, подожди, да, там 30, от 30 до... 2 минут, блядь, все висит. Это новая фича Сируса. Угу. Можно сопротик? Да, обмен. Мне интересно, какого хуя мы тут стали вайпаться? У вас что, блядь? Ностальгия, ты там стрим ведешь или что, я не понимаю? Или ты в DC у нас? Я не понимаю, почему ты примораживаешься по КД? Тебе так прикол или что это? Ну, зачем? Почему? Объясни, пожалуйста. Хватит там рулы кидать, чего вы хуйней занимаетесь? Вы мне лучше объясните. Мы играем. Почему люди такую хуйню исполняют? Заморозку вот эту всю. Масхон, как рвись, не скажешь, зайдешь в инст. Да все, вот отвисло. Заходи в инст. За 10 гаком лет тактику не выучили, вот и примораживаются. Тактику вроде бы знают, но зачем там гнаться, я не понимаю. Ну будете ловить ГП сейчас, я не знаю. Ну, я смотрю уже, кого не брать в геру, нахуй. С таким, Дайте, с таким отношением, нахуй. Вот все 25 тут даем фулбаф. Вот рыба. Мордаунт, блять. Я не знаю, нахуй. Чарки себе на боты на скорость, вон у тебя есть. Это хуёвая чарка. Да, у меня в ДБМе отключена была эта байда, оказывается. Я сейчас потыкал, там все настроил.
Тело и душа себе вкачай нахуй. Вкачай тело и душа себе. Вот это улучшенное усиление. Нахуя оно тебе, блядь? Ты что, блядь, хулипал, блядь? Ладно, блядь. Тело и душа вкачай, блядь, и бегай на тело и душе на себя бегаешь, включаешь. А что у тебя там, кстати, в ДБМе должно быть включено, чтобы видеть? Ну, короче, у меня отображение идет прям на весь экран, анонс, идет, типа, называется столько-то стаков, и показывает, сколько стаков на мне. И у меня просто половина в ДБМе была отрублена на всех боссах, я думаю, типа, чувак, тут не анонсит, тут не анонсит, думаю, что за байда. Понял, привык к ДБМу, к озвучке, а ну, сейчас да. Не работает, типа. Да, такая беда. Песса, ты тут? Чё там с ностальгией? Чё у него? Я не знаю, блядь. Это какая-то залупа. Бромгексин, ты тут? Это вообще не дело, нахуй. Ну так не пойдет. Бромгексин тут. Еще раз проверка. Он не ест возьми, ничего. Вот АФК ушёл. Возьми бигдема. Возьми бигдема. Бигдем нахуй в пати состоит, нахуй. Я не знаю, где он, нахуй. Я ему пати кидал. А он со мной в пати. А, я думал, что я с мистером вот просто написал. Теперь смотри, теперь мы минуту ждем. Вот время пошло, пока я его кикнул, пока он будет вылетать. Это минута целая. Бигдема сейчас умнуть не получится. Вот я таймер включил. Тогда вот с этого ностальжи все ЕП нафиг снять, дать ГП. И все ЕП, что должно было заинтересовать. Это, не начинайте, не выдумывайте ничего, блядь. Это уже лишнее, конечно. Может, у него труба, блядь, в этом ванне нахлопнула. Я не знаю, ну, можно сказать, как... Он перед каждым... Перед каждым пулом по две проверки, то есть это по минуте перед каждым пулом я чекаю из-за него одного, вот сколько мы идем, сколько боссов есть, только так и каждый пулс и продолжается. Он секунд через 15 это, выкинет его. Ставьте шкаф. Ставьте шкаф, чтобы бигдема суманил. Ну это вообще не дело нахуй, все выкинуло, ставьте. Пиздец, блять, я не знаю нахуй. Шкаф, локи. Перелоки, блядь, отошли. Перелоки, да, ФКшки. Сейчас я чекну, нахуй, посмотрим, блядь. Ну, у меня даже этот появился, отсутствует. То есть я ему писал, тишина. Я видел, ну, отсутствует, это, по-моему, минут 5, наверное, когда отошел человек. Привычка, что мы долго бафаемся, надо быстрее бафаться начинать. Вот Биг Дэм, фулл баф по нему быстрее. Лапу вижу, пристабафа нету. Вот пристабав, каску, кулак вижу. Проверку даю. Тело сел у танка, он одну минуту без диса. Пошли. Кто без диса? Махаон. Масхон. Махаон тоже неплохо. Давайте. Синдра спускается. Вот он. Метки вниз. В центре далеко. Слева близко. В центре близко. Да ладно.
когда босса, ну, поворачиваешь, ты не, от него не отдаляйся, ближе к его когтям проходи, чтобы босс не сдвигался с позиции, на которой он идет, на ровной стоит. Притяжка скоро после дыхания, готовимся. Мне еще ДБМ пишет направо, налево. Нахуй, ну квадрат, блядь, сдвигайся. Слева близко. И эти челики бегут и вместе. Право близко. Вступайте дорогу немножко. В центре близко. Эти средние. В центре, по крайним поиграть не могу. Так, притяжка. Готовимся. Убегаем. Фаза 1%. Так, первый... Ушли все в кружок. Милики тоже. Первую звезду и сразу разбить. Рейс фейс. Сразу его разбиваем. Все, стаки с рейда скинулись. Вот с кого не скинулись, это просто гуси, блин. Которые в бок выходят. Вот, Шектор. Ставь звезду и не бить. Должна быть притяжка. Пару дуток можете кинуть. Если будет еще одна это глыба, то просто вперед поставите рядом с ним. Все, вот притяжка. После притяжки готовьтесь его зергануть. Разбиваем уже глыбу. Все, следующую звезду, милики опять ушли. Звезду и сразу разбить. И после нее уже подамажить. Блюдринка на фул захилить. 5 хилов остальные, кроме этого, работаем. 6-го даже это спекло. Вот следующую то же самое. Звезду и сразу разбить. И вест. И вест. Щиток на себя, ну блять, зубы, чё не видишь? Следующую метку давай в звезду и в это щиток, каплю по нему, массейв дайте какой-то, Шектор дай там что-нибудь, Шалфир на хп читай. Так, не бейте эту склеп, что там, а разбивайте, разбивайте этот, разбивайте. Лили. Следующий будет этот, притяжка вот на этой, на риле. Вот не бьем, стоим, ровно за глыбой стоим. Танка грубая потеряли. После притяжки разбиваем этот склеп. Притяжка заканчивается, разбиваем. Ну да, кое-как вытащил. Мордаунд в этот... Ревность сработал. В звезду и сразу разбить. Это последняя, вот эту последнюю сразу разбиваем и все остальные в сторону. Геро. Да, да, и фул по боссу. 5 лямов. По боссу фул играем. Все сейвы последние давайте, хант в сторону. Гимны, сейвы все. Почему нельзя так сразу убивать? Надо хуйней заниматься. Вы всегда, да, так и убиваете? Очень много с этим, с центром, с клепом.
Ну, я по этой тактике. Ставите, да? Я по этой тактике играю. Впервые в жизни, сколько влечаю, я вижу. Я очень давно по такой бью. Ну, знаешь, ачива таинственная дама? Да, меньше так. Вот самое то по этой тактике. Ее, ну, эта тактика, она подразумевает даже не то, что таинственная дама, а то, что вот третий стак на тебе вешается, уже глыба стоит, и ты уже четвертый не лутаешь. То есть вот это подразумевает. Ну, это максимально сейвовое, да? Типа? Да, максимально сейвовое. Ну, это для Геры пригодится. Ну, типа... Ну, у меня есть на Ютубе, как мы в Геру убивали здесь на X4 Синдру. Там как бы, блядь, пока люди привыкали, пока понимали, что нельзя склеп ни один пропускать. Если ты один склеп пропустишь, у тебя уже пятый стак вешается, и ты просто сдыхаешь. Просто хилы, ну, ладно, хуй с ним, с хилы там, да, захилят вот эту урон. Но потом на челика, когда склеп летит, уже сейвов не хватает его сейвить. Короче, это долго можно рассказывать. Не, ну, типа, так понятно все в общих чертах. Просто, ну, вот эти лишние глыбы, это все подсирает просто. Всякие вот эти нюансы, блядь. Ну да, теряешь время. Вот это. Да, тут уже задача же босса убить. Память Малигаса. Хорошая штука. Ну что, с первого трая, нет? Ну а что, я не знаю, лич чем сложнее, блядь. Сейчас увидим. Не хочу ничего видеть, блядь. ГП всем, да, ебу и все. Высотки видно, да? Эх, ничего. Ты танчил, да, Мосхон? Основная идея состоит в том, что это... Вальки, когда хватают людей, ты ведешь лича, там где две вальки. Ну и не забывай, самое главное, тебе надо понимать, что осквернение на танка тоже кидается. То есть, каждое осквернение ты тоже смотришь стоять поближе вот к этим шипам. Вот, например, если осквернение скоро, то ты позиционируешься примерно так, что если увидел, что на тебе, ты уже вот так прыжок сделал, и ты вот здесь его оставил за центром. В центре нельзя осквернение наливать, чтобы лича позиционировать в центре, и вальки, чтобы летели максимально долго до края. РДД, если хватает валька одна в одну сторону летит, а две в другую, то РДД, 10 РДД бьют сначала одну, а потом амилики идут с двумя, чтобы кливать. Все готовы, запускаем. Рыбу надо вам сейчас поставлю. Чему диспелит кто? Давай я тебя подиспелю. Угу. Бромгексин, да? Нет, пардаун. А, что ты перепутал вас. Получается, ничего будет, должны чему унести к вурдалакам, да? Шаркарям. К шаркарям. Масхан, дашь по дисгрейсу до этого истерии? Я в этом, я в ШД. Только на пул не забудь кинуть, а то сорвешь. Вообще не забудь. Это, давай распределим, значит, духов. Первого духа всегда дисгрейсит, второго дракин, третьего дриалтон. Придется для тебя ник не надо. Да что-то не захотелось читать, там хуй пойми, что мешанина, блядь. Дриалтон. Это на английском, блядь. Три секунды, две, одна. Так, после заражения будет чума. Готовимся. Выносить ее к квадрату. К шаркарю большому. Вот после заражения чума смотрим на ком. На войде. Вот я выношу. Ну, рано сдиспелил. Вот на этом вурдалаке. Все хорошо забрало. Кто... Ну, вардаун, сука. Ну, что у тебя за хуйня? Ты секунды не видишь? Не-не, все. Не надо так рано диспелить. Ну, это вон еще одного можешь мелкого забрать. Чтобы два моба у тебя было, она быстрее будет разгоняться. Ага, все. Чума, 3 секунды, готовимся. Смотрим. Секунду, чума. Брумгексин.
Вот отлично. Так, шаркарь есть. Мелкого этого сами добьем здесь. А, он забрал. Духи пошли. Так, ну ханты вы побьете. Долго что-то у тебя с шаркарями там, блять. Пиздец. Урдалаков зря ты забирал. Ждать, пока они протикают. Не забирай в следующий раз урдалаков. А все уже. Вот смотри, конденсатор чумы в наличии. Это вон. Хоть и это мало урона, конечно. Но 20 секунд еще висит. А переходка уже заканчивается через секунду. Светки. Под ебалом нормально бегать вам? Бичи. Сейчас вальки. Три вальки ауешен. Все три ауешим, там похуй, лок, не лок, ярим. Билики, выходим из подвалик, с центра уходим, все из подвалик тоже. На скрине 2 секунды. Все. Разлили, возвращаемся. Стаунти, стаунти, стаунти! Пизда. А какой пидор в лужу зашел сейчас? Кто этот гений? Смотри, кто там раньше умер. Тролл. Слушай, ну это, конечно, все весело, нахуй. Я просто вас не... Ладно, я остановлю.